«Расправить крылья» – проект с таким названием стартовал в Тюмени. Его разработали для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня члены сборной команды региона по баскетболу на колясках «Шанс» впервые попробовали летать в аэротрубе. Для них это настоящее экстремальное испытание. 2 минуты свободного падения по ощущениям приравнивают к прыжку с парашютом с высоты 4000 метров. Скорость воздушного потока в аэротрубе – 200 км в час. Участники проекта признались, многие из них – боятся высоты, но от эксперимента не отказался ни один. Я первый раз летаю. И, наверное, из наших ребят тоже никто до этого не летал. Ощущение, я вот представил, сравнил, наверное, ребят с птицей. Птица вот летает, коршун, те же парят. Ну, я так и представил, наверное, какое-то наслаждение до этого, когда они там летят и парят. И вот я сейчас все это испытал на себе. «Расправить крылья» – это новый совместный проект городского департамента по спорту и молодежной политике и аэродинамического комплекса. Инструкторы разработали специальные программы реабилитации для слабовидящих, слабослышащих и тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Это в 300 раз безопаснее, чем прыжки с парашютом. Это абсолютно безопасно для здоровья. У нас летают даже дети с легкой формой ДЦП. Воздух, он мягкий, он как бы расправляет и прям поддерживает, как мама. При полетах используются такие группы мышц, которые в обычной жизни вообще не использует человек. Вот. И после полета он приходит, как после массажа, как после бани, как после массажа скорее. Он просто полон сил энергии, там счастлив, и польза колоссальная.